телеграм-канале администрации Самары «Вести» с Дворянской призывают бросить курить. Курение табака и другой никотиносодержащей продукции, вейпов, электронных сигарет, продуктов нагревания табака, кальянов и бездымного табака сопряжено с рисками развития целого спектра опасных заболеваний и является одной из главных причин предотвратимой смертности в мире. Никотин оказывает пагубное влияние на репродуктивную систему и на мозг подростка. Это первичный наркотик, так как он облегчает дальнейшее приобщение к психоактивным веществам. Электронные сигареты и вейпы могут вызвать острую интоксикацию со смертельным исходом у юных потребителей. В рамках празднования 437-летия Самары прошло праздничное мероприятие во дворе дома по адресу Алексея Толстого, 26-28. Об этом сообщает телеграм-канал администрации Самарского района. Глава района Роман Радюков совместно с депутатом губернской думы Светланой Ильиной поздравили жителей с Днем города и отметили их инициативность, благодаря которой в 2019 году этот двор попал в муниципальную программу Самарского внутригородского района городского округа Самара «Комфортная городская среда» и был благоустроен. На празднике была концертная программа для гостей, а также интересные мастер-классы для юных самарцев. Департамент образования в телеграм-канале напоминает, что записать ребенка в кружок или спортивную секцию можно онлайн на портале госуслуги. А помощник-робот Макс подскажет, как это сделать. Нацпроект «Цифровая экономика», инициированный Владимиром Путиным, делает жизнь россиян удобнее. Благодаря технологиям получить нужные справки и документы можно, не выходя из дома.